бы написал. Чек. Чигар. Алло. Так на карте бы еще написал. Ну шора, народ, погнали? Погнали, да. I believe lucky. I believe. Дальше не помню, как направить. Пушками. Кто-нибудь до земли добрался? Да. Метку на себя дал. Мне тоже на себя. А по горам у нас шарится кто-нибудь, нет? Детус там, наверное, да? Нет? На меня актуальность стоит. Да, метку, вопрос. На, по сути, дуйтесь, но не... Нет, это телебонь. А есть чем-нибудь снять дальнобойный? Там Антон еще должен быть. А может это Антон бегает? Нет, это не Антон. Это я. Будем надеяться, что они на карту смотрят. Потому что они не на нашей КВ, по-моему. Вон Тоха этот, рядом с ним. Еще метку кто стреляет? Все. Ты? По нему. Да, все, он убил его. Да, и вторую я... метку. Я только что там стрелял, слышишь? И по второй метке? Нет, 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 нет. Я рядом с тобой имею. На второй непонятно, вроде бы сон. Ладно, пора в сон идти. Я приближаюсь. Ну, Тоху убью того.
осталось его шугнуть. Мы не знаем. Они что, все на горы залезут, что ли? Он бежит, да? Да, в горе. Да, вижу его тоже, да. Я не буду пока по нему стрелять, палец. Далеко слишком. Ну я стреляю, не знаю, может шугаю. А Детус там жив, не? По мне из города, что ли, стреляли? Я не слышал стрельбы из города. А, нет, слышу. Это из города. Звучит как будто с гор. Ну, где-то там, да. Тебя не снимут. Метров 200. Я побежал. Ладно, метров 200 пробую выстрел. Пал. Горит. Понял, вижу. Ну, дымится пока что, но я думаю, что... Паша живой? Да. Ну, выстрелов не было. Не, они могли с пистолета тебя убить. Пистолет. Слышно, бежал. Еще пока взрывается, так что уходите в лес. Да, сидим пока не двигаемся, пусть он рассосется. И они сейчас смотрят, будут активно направление. Да, вон на горе стоит. На горе я вижу, да. Да, его сейчас кто-то снимет. Все, убили его. Нет. На горе, да. На горе убили. А это значит, свой или нет? По кому-то тоже стреляю. Ну там левее свой. Ползает. Ну сейчас лежит на пузе свой, на горе. А медленно идет сейчас кто? На картах имеешь? Да. Тоже свой. А, ну это я по своему стрелял. Ну ладно, хоть кому-нибудь пострелял. Сейчас где-то рядом с заправкой, как я понял, бег есть. Вот, но это не факт. Сбегаюсь ближе. Город. Слышишь, пех? Сучка. Нашел пеха, он это...
Сейчас метку поставлю. Я побежал, смотрите, будет пострелять время. Поставил точную метку. По крайней мере, там я его видел. Ну и пострелял. Возле заправки, да, окей. Ну они да. Вторую там шилку дефают. А она где? Вот депех. Там, походу. Там этот пех ходит, снайпер. Кто там подходит ближе, Паша? Я. Понял, давай, он там. Походу СВД. Во дворе? Да, где-то во дворе я его видел. Вон он, рядом. Жив? Не жив. Чё-ка живые на кого есть? Приноси. Да. Паш, попробуй снайпера найти в бункере. Ты метка на пех стоит красная. Топ стоял. Проверка. Не знаю. Алекс поставил, понял, это и все. На себя мы. На севере мы двоих сняли. Последний там стрелял, кто. Вы знаете, где он находится? Нет. Один пех, не знаю, работал или не работал, находится за заправкой в ближайшей к ней здании на втором этаже. Значит, чуть южнее заправки, да, юго-западнее там. Так, подожди, так это твоя метка. Спасибо, Дадус. Так, получается, ядер рядом с ним? Насколько посмотри, я понял... Посмотри, сейчас попробую забайтить его на выстрелы и... Подожди, так. Ты прям на его метке, вот здание юго-восточнее тебя, он там был. Так это я там. Ты там?
А не по тебе ли я хуячил со скалы? Ну, сорян. Видимо, видимо. Сейчас смотри, я выхожу. Да, верно все. Так, а тут по тебе откуда работали? По мне из города откуда работали. А задача нашу шилку вынести, да? Да. А демона? Не обнаружено пока. А. Да, можно. Давай выманивай свои души, блядь. Все, пизда мне. До свидания. Так, а почему я нашел еще шилку. Нашел, у меня в принципе труба есть, я почти спустился. А, все, отлично. 30 секунд. Если к шилке запада идет по дворам. Неважно, 30 секунд. Ну может он сапер. Телом. Кто у заправки? Я у заправки. Понял. Садись в тройку, поехали. А она что? Поехали. Что, шилка вынесет? Давай еще, пони трубой в нее. Подожди. Да сейчас она пыхнет. Ну, можешь пальнуть. Для уверенности. Понятно. Шо, не попал, блядь? Ну у меня еще один сетшел есть, только я боюсь выходить. Да, сюда, а я ее этим газиком 56-й пустик. Она взорвет. Ебаный рот. Пизда ты тоже. Так, откуда? Из дома какого-то. Видимо. В магазине. В магазине, блядь? Кот. Мразь сидела, перезаряжала. Самый самый крайний левый ловил. Крайний левый, сука, ненавижу коммунистов. Прибираешь, он мне бессонарку кидает, добивает, и я выхожу из бессонарки, моментально к их скопам ему в голову сейчас. Минирую. А там же потери. Я хочу еще раз. Заминировал? Да. Yeah.